Так, почему-то у меня отключился Фрапс, но я его заново включил, как вы могли заметить. Так глупо звучало. Так, ну, 4 факела, я вроде все собрал, йоу, но... Почему мне кажется, что что-то еще есть на этой карте? Ну, как бы, смотрите, там тут дерево, тут какая-то коробочка. Странно он ее назвал, коробочка. Сказал бы, какой-то данжен, коробочка. Ну, гробница, сокровищница. Так, поставим на дальнюю. Я знаю, что у меня Java не 64-битная. Да блин, да что? Я надеюсь, он на нормальную рассчитывал. Создатель карты. Вроде. Ладно, пофиг, пускай пока с нормальным поиграем. Так, может, кстати, через ResMenu посмотреть. Так, отдалим. Угу. Тут, похоже, ничего нет. Так, пойдем дальше. Ой, я чуть не упал. Так. Что-нибудь есть? Ух ты, там какая-то... Видите там наверху? На карте там. Там что-то, определенно что-то есть. Так. Попробую немножко спуститься и начать строить лесенку. Там определенно что-то есть. Попробуем поставить на дальнюю. Здесь мне хватит досок. Хотя лучше из стекла буду делать. Ладно, думаю, так нормально будет. Там определенно что-то есть. Так. У меня же вроде 4 факела собрал, все правильно. Наверное, я туда не должен идти, но... Пофиг, посмотрим. Что-то, наверное, что-то там интересное. Какое-нибудь дополнительное. Какое-нибудь дополнительное задание какое-нибудь. Такое интересное. О! Во! Я... Damn it. Ай, черт. Ну, я же собрал 4 факела, я думаю... Если там ничего интересного не будет, тогда я даже спускаться не буду. Я думаю, я сейчас все потрачу, потому что шуфтила нашел. Да, но если не мог выглядеть большое поле. Тут приличное. Стекло не отображается, что ли, на карте. Капец. Да, похоже, там ничего нет. Да, я определенно не должен был сюда идти. Ладно, я думаю, я продолжу снимать, когда вернусь обратно домой. Так, ну думаю, я... прошел эту карту, и я проходил ее без читов, все честно, ее прошел, все добыл 4 факела. Она была интересна, только вот один минус — это раскапывание песка. Это все очень долго, нудно раскапывать песок. Но карта так интересна, но не по мне. Так, давайте посмотрим. Так, я все 4 факела. О, что там делает яблоко? Ладно, все 4 факела собрал. Немножечко еще поиграл. Ой. Ну все, думаю, на этом можно закончить за прохождение карты. Так. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, смотрите другие видео. Это самое главное. Можете даже не ставить лайки, если вы не зарегистрированы на YouTube. Главное, смотрите другие видео. Они также интересные. Ладно, все. Всем пока!